Здравствуйте. Меня зовут Рустам, и я хочу сегодня вам рассказать про командную строку. Прежде чем... Ну, до начала пару слов обо мне. Я э, живу, работаю в Норвегии. Я лидер норвежского Java User Group. И также вот сейчас вот недавно стал лидером Java Zone конференции в... В Осло, Норвегия. Большая такая конференция. Не знаю, кто, кто слышал. А, ну вот, слышали. Это очень хорошо. Вот. Очень часто я езжу по конференциям, делаю доклады и все такое. Но в основном есть одно но. В основном я это делаю доклады либо на английском, либо на норвежском. Сегодня меня попросили организаторы, говорят, можешь по-русски. Я говорю, ну, попробую. Так что сегодня первый раз. Сильно не бейте, ладно? Так вот, командная строка. Командная строка ⁇ это такая хорошая штука, которую очень много людей когда-то использовали, когда-то чего-то пробовали, но очень часто она очень многих пугает, либо же люди просто забывают про нее, либо там путаются, либо еще чего-то делают. Я вот сделал такой доклад, который на самом деле это список моих ну, мой такой чит шит который, значит, в котором разные команды, которые мне самому помогали очень много работать с разными вещами. То есть я работал очень много как и девелопер, и сидел, значит, отвечал за разные системы и все такое. И это очень часто мне помогали эти команды. Я сделал этот список, потом значит, решил поделиться с народом. Народу это понравилось, поэтому я эту презентацию уже делал несколько раз в разных местах. Так вот, командная строка. Ну вот, я постарался как бы показать вам, сколько я времени буду использовать. То есть вот эти вот каждые вот части этого кружочка, они, ну, соответствуют приблизительно времени, которое я на, на которое я потрачу вот на каждую часть. Начинаем мы с, ну вот history, с истории, с истории. В, потом потом уже пойдем на разные какие, такие веселости, которые нам могут помочь, чем-то там э, aliases, expansions, shorthands, вот эти все такие дела. потом, значит, все это мы вместе соберем в одну, ну, будем собирать интересные команды в это, из, этого, из этого всего, чего мы научились, и потом посмотрим, как это на самом деле, то есть в, в, в настоящей жизни, как бы, да, как, какие, какие команды мне очень помогли, когда то а начинать я обычно люблю с, с, с вот этого комикса. Кто видел? Много кто, наверное, видел, да? Да, вот, видели. Те, кто не видели, читайте, наслаждайтесь. А те, кто играли с командной строкой, знаете, как это ну, улучшить можно? Так, одна рука. Одна. <laughs> ну так вот, вот так вот можно. И вот, вот такие вот вещи я хочу вам на начать вот с этого, то есть показать вам такие вот, вот веселости. Если у вас с собой есть компьютеры, то есть там Windows, Linux, Mac, можно просто, значит, взять, открыть командную строку и, и, и играться. Единственное, что э, в, на Маке в, э, в стандартной командной строке там очень-очень старый баш. То есть там могут какие-то команды, могут иногда чего-то он будет жаловаться, потому что они, они не обновляют их. Если вы установили там Core Utils и ну, с брю то вполне возможно, что это все пройдет у вас хорошо. Так вот, история. И э, кстати, еще э, презентация у меня, у меня всего там, по-моему, 5-6 слайдов. А uh, 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 в основном я буду, значит, показывать вам вещи live. Это очень весело. Первый раз презентация на, uh, на другом языке. И еще, значит, это все live. What can possibly go wrong, right? <coughs> Вы видите? Видно все, да? Ну все, очень хорошо. Значит так, history. Ну вот, уже начинаем. Весело. А, так вот, history – это такая штука, которая она встроена, значит, в основном во все шеллы. То есть это вот у меня, например, Bash, там есть разные еще другие шеллы, есть э, Windows, например, там PowerShell или еще какие-то. У всех почти есть history в каком-то там виде. Э, очень часто можно, то есть посмотреть все, что все, что э, все, что когда-то исполнялось на этой командной строке, будет написано здесь. Формат очень легкий такой, значит. Бегущий номер, то есть да, просто он увеличивается на один каждый раз, на каждую строчку, и команда, которую, значит, э, исполняли. Довольно-таки интересная штука, но очень неудобная. То есть она там, ну, она там есть, но ну, а что-то искать, там это все это целое дело. Э, на самом деле искать очень легко. Например, э, ну такая вот мелочь, которая, которую довольно-таки все знают, я так думаю. Ну вот Ctrl R, если вот нажать на Ctrl и буквы то тогда уже можно искать, например, что-то. Да? Например, вот начинаешь писать что-то, и он, значит, идет с самого конца этого файла наверх, и значит, и будет подниматься и искать ближайшие, значит, э, ну, что, что, что похоже, что, что совпадает с тем, что ты пишешь. Вот. И, значит, если ты еще раз нажимаешь на эту стройку, на, на командар, он, значит, будет дальше подниматься э, наверх. О, oh, кстати, RM, да. Это у меня такое хорошее. Э, я когда начал работать, мне дали э, хороший очень юзернейм. Видите, какой, да? Я его оставил. Мне он очень понравился. Я очень часто подписываю e имейлы такие, пишу rm минус rf. Смотрю, кто, кто среагирует. Так вот, history. Ну вот обычно это посмотрели, да, как искать, как чего делать, чего-то такое. Ну вот, например, если то, что вот с восклицательными знаками эту штуку. Например, ну вот если мы напишем, ну вот что-то такое, что требует суду, да? Ну, он скажет, такого нету, ну можно написать суду и потом за... начать это все писать. А мы это, нам это неохота, мы ленивые люди, правильно? Вот. и он сразу, значит, спрашивает, говорит, давай, давай пароль, потому что он взял предыдущую команду, добавил суду, потом эту команду и все получилось очень хорошо. Но на этом еще все дело не останавливается, потому что еще есть э, такие вещи, что вот, например, можно написать восклицательный знак и написать там, например, cd, cd, да, change directory. И он, значит, опять будет искать с самого низа и первый первые попавшиеся, значит, все что Попадется, значит, да, первое, с самого конца файла. И он, значит, это будет исполнять. То есть, вот, например, если я так сделаю, значит, последняя команда была, ну, cd... Или же, например, да, точно так же с этим Ctrl-R. Вот я сейчас поменял, да, сейчас другая, как и последняя команда cd. Если я сейчас напишу опять. Так, а почему так? Сейчас посмотрим. Вот она. Может быть. Нет, все правильно. Он относительно, кстати, это тоже такая штука в зависимости от Шелла. Он относительно того, где я был в истории, получается. Он ищет поэтому, получается так. Ну, все понятно. Что-то новое сам тоже нашел. Еще что есть? А, еще есть вот такая штука. Вот, например, можно написать. А, кстати, еще. Вот если мы сейчас history сейчас напишем, да, вот я же написал восклицательный знак CD, а в history его нет. То есть он заменяет вот эту команду, на которую он находит, и пишет ее в history. Поэтому вместо восклицательного знака и CD написано вот это вот. Это тоже хорошо запомнить, потому что в основном он будет вот так вот делать, а потом, чтобы не искать. Можно, сейчас поднимем сейчас поднимем. Ну не так, конечно, но сейчас. Вот. Ну, как раз я вам покажу свой wallpaper. Виртуальная машина, она очень быстрая, как вы видите, да? О! И теперь сюда. Вот, а пока это музыкальная пауза. Эм... Так. Вот. Сейчас лучше? Да. Все, больше не буду двигаться, а то. Так, ну вот. Значит, с восклицательными знаками. Восклицательный знак CD, он, значит, будет пытаться запустить эту последнюю команду, да? А мы это очень часто не хочем. Не, 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 неизвестно, что какая команда, это, это будет страшно, правильно запускать, а то вдруг там еще какой-нибудь RM был. Э -э так можно добавить вот э двоеточие P, и он будет это все это распечатывать. Тоже довольно-таки интересная такая штука, которая немножко сэкономит времени. Э -э еще, значит, для этого есть еще разные... Э -э сейчас посмотрим если вот так написать что будет это то же самое то есть он ищет да а если написать эко фу бар бас то есть у нас вот что здесь есть у нас есть команда и еще какие-то параметры для нее да там фу бар бас чтобы распечатать эти параметры можно значит использовать Например, вот такие вот штуки. Сейчас посмотрим. Значит. Доллар. Берет последнюю, последний аргумент. Да? Потом, значит, есть восклицательный знак. У нас есть еще, значит, такая вот шапочка. Он берет первый. А если чтобы все подряд то это будет, значит, вот так и... Вот. Все, все три аргумента. Довольно-таки удобная штука, когда ты написал такую большую длинную команду, а например да вот я сейчас сидел игрался вам пытался найти такую интересную веселую команду и ну что-то писал оказалось что сорт в маке он совсем старый то есть там какой-то команды не было вместо нее надо было использовать g сорт так я вот чтобы не заново не как написал там кучу да, аргументов все такое а надо заменить сорт на g сорт ну вот можно например написать там вместо, вместо сорта просто пишет g сорт и э, вот так вот. И он, значит, все это заменит и все это за тебя запустит. Довольно-таки удобная штука. Еще что есть интересно вам показать. А, ну, кстати, можно еще добавлять... Э, можно еще, значит, сделать вот так и добавить еще вот этот P, который будет распечатывать вместо того, чтобы пытаться запустить это. Тоже довольно-таки интересная штука, очень полезная иногда бывает. Ладно, эм, еще что есть интересного э, в истории. В history есть еще такая прикольная вещь, которая, которая скоро на Маке, не знаю, как будет работать. Они вот сейчас убрали этот escape кнопку э, в новом. Поэтому я вот не, не уверен, как это будет все сейчас работать. Но есть такая штука, что можно, например, написать cd, э, escape. И он значит, пишет последнее то, что он скопировал. То есть если вот я сейчас скопирую... Вот эту штуку. Escape. Сейчас. А, он пос... Вру. Он последний... Он... Нет, я неправильно сказал. Он, он будет копировать последний... Последний аргумент. Кстати. Вот так вот. А, ладно. А, кстати, еще есть такая интересная штука. CD, он обычно довольно-таки строгий. То есть, например, если там... Сейчас... Ну, например. Вот так вот да у нас есть например мы пишем э, например там какой-нибудь etc host name ну что у нас здесь есть ну вот maven, например да вот если мы напишем такое он скажет такого нету э, мы напишем например такое он скажет такого нету да а если мы вот запустим вот эту штуку, а. виртуальная машина, она иногда очень плохо себя ведет. Эм. И, значит, опять вот эту штуку, значит, и он будет догадываться за нас. Очень хорошая штука. Мне кто-то даже сказал, что когда-то в какой-то одной из версий Linux она была автоматически включена по дефолту. Удобно, да? Особенно, когда удаляешь что-нибудь. Ага. Поэтому не включайте ее. Не включайте ее по дефолту. Лучше вообще не включать, она страшная. Но она есть. Так, обратно. Еще что интересного есть. Ну ладно. Здесь вроде... Давайте пойдем дальше. Пойдем на другие веселости. То есть history мы посмотрели. Еще у нас есть такая штука, которая называется... Aliases, expansions, Functions и все такие дела интересные. Вот Alice, наверное, одна из самых известных из них. Так, да? кто пользовался ALS? -ами? Да, ну вот видите. А functions. Ну вот, меньше рук. Ну да, вот так вот. А Expansions. Вот. Я так и думал. Ну вот, значит, покажу я вам сейчас. Alice — это очень хорошая вещь. Очень много можно сделать очень много хорошего. Можно сделать очень много веселого. А можно сделать очень много интересного. У меня была такая презентация вот некоторое время назад. Значит, я и мой знакомый мы устроили, значит, такой этот fight PowerShell versus Bash. Так вот он добрался до моего компьютера и написал небольшой alias. Этот Alice привел к тому, что когда я писал команду CD или еще какую-нибудь, я не помню сейчас какую, обычную команду, он, значит, открывал мне в Linux, открывал, значит, Blue Screen. А сделал это он очень, легко, он просто скачал картинку BlueScreen, и, значит, создал alias и сказал, что когда кто будет написать вот эту вот команду, там cd, например, ты вместо этого, вместо того, что она сделана для того, что, ну, что она должна исполнять, ты исполняй вот это. А там было написано типа preview bluescreen.jpg. Вот. Очень хорошая вещь, очень удобная. Можно, например, там вот сейчас уже, кстати, эти войны как-то немного прекратились да, между там, эдиторами. А я, когда учился в университете, очень часто, если я забывал закрыть свой компьютер, то у меня очень часто появлялся вот такой вот алыс. И что будет? Вот. Э -э -э ну, я вот с тех пор и пользуюсь VI. Я просто не выйти никак не могу. <свёздный> не, на самом деле я научился. Это была первая команда, которую я выучил в VI. Это было... Это выйти с восклицательным знаком сейчас прямо, выпустите меня. Так вот, а на самом деле очень удобная штука, то есть можно, например, там писать, вот, например, какие-то есть команды, да, например, там ls, она такая немножко неинтересная, да, можно написать там ls минус, а там что-то такое, да, тогда будет по-другому. А вот это писать каждый раз лень, да, ну вот можно написать ls, там ll, у меня ll правда есть, но можно, например, написать ll и там ls минус, -а, ну и все такое, да. Я делал эту презентацию недавно в Риге. И мне ребят спросили, а что будет, если создать alias на alias? Я так до сих пор не, 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 не отважился попробовать. Так что, если кто хочет, пожалуйста. Потом расскажете, поделитесь. Вот. А, кстати, есть одна такая хорошая команда, называется type. То есть можно, например, посмотреть, что твоя команда делает. То есть, например, вот у меня Uh, Type LL, он ALS на, на вот это вот, а LLL он на, на что-то другое. Да? Uh, чтобы вот это все убрать, это все великолепное дело. То есть можно написать анализ Три, например, да, этих L. -а. а сейчас уже этой команды больше не будет. Очень удобная штука. Кстати, про ту историю, когда он uh, Blue Screen мне сделал. То, что он не знал, он, он не знал, что я создал такой маленький, маленький, маленький скриптик который, значит, есть такая хорошая команда, называется iWatch. Это не, 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 не часы, которые вот это, Apple, а это совсем другая штука. Это она следит за файлами. Так вот, у меня был такой маленький скриптик, который, значит, следил за bashrc, который он изменял. Вот. И каждый раз, как он изменялся, он значит, включал камеру на лаптопе, делал небольшую такую фотографию и посылал мне ее по имейлу. вот. Поэтому, когда значит, это все у нас, то есть я ты сделал, он говорит не 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 я, я говорю ладно давай сейчас посмотрим, вот. Он был такая хорошая фотография была. Ладно, это были алысы. это в основном очень много кто использует и очень довольно таки полезная полезная штука. Есть такая вещь, как функции. То есть можно создавать. Анализ это обычная такая, он просто тупо берет все, что написано, создает для нее другое название, и значит использует это так. А функции они прикольные. Функции они могут, ну как обычные функции программирования, они могут принимать э, параметры, они там можно еще использовать разные параметры и все такое. Вот, например, э, очень часто я люблю писать там например cd там desktop или еще куда-нибудь потом смотрю что там потом дальше да cd еще что-то такое например вот ну вот например эту штуку а его нету ну хорошо можно например сделать mkdir минус p а да спасибо mkdir минус p Вот, и он, значит, создает. Да, это и все можно, например, там, ап, там еще что-то дальше, куда-то и все такое. Но это скучно, да, это две команды. Можно, например, создать такую небольшую функцию. Эм, это другая функция, это другая функция. Эм, CDL, например, да. Мне просто, чтобы не писать, я использую свои, свои же приемы, то есть ищу то, что я использовал раньше. Да? Создается такая функция. Что она делает? Она, она, берет значит, первую команду, которая cd, берет туда, значит, запихивает первый аргумент, который функция cdl получила, доллар один, а потом значит, она исполняет ll. Вот. То есть если мы сейчас напишем cdl clockwise, то он, значит, зайдет дальше в следующую э, в эту папку и, значит, исполнит LL. Очень такой примитивный и глупый пример, но на самом деле это очень удобная штука. Да? Очень э, хорошая такая интересная вещь, которую можно использовать действительно очень-очень-очень сильно и хорошо. Э, например, другая функция, которую, может быть, вы уже заметили у меня, это такая э, функция, называется what to eat очень веселая штука, да? Uh, uh, what to eat? Вот салат, салат, Нудлс, wraps. ну и так далее, да? Каждый раз, чего он берет рандом. А что здесь происходит? Здесь происходит такая интересная штука, которая, uh, значит, он просто берет список разных uh, разной еды, которую я туда написал, потом парсит ее по запятой Добавляет новые строки, сортирует. Минус R это random. То есть он сортирует это все random. И потом берет первый элемент. Очень полезная штука, да? Ну вот что, что покушать? Ну вот пицца, все. <coughs> Ладно, функция это тоже интересная штука. Есть еще такая очень хорошая вещь, которая называется expansions. Expansions это... Э, я просто вернусь немножко, чтобы... Uh, легче было, чтобы не, не занимало много места этот пат. Um, кстати, эту команду видели? Очень хорошая. Uh, еще есть такая, до экспансионов я вам покажу одну такую вещь. LS, знаете, да? А что будет, если написать чуть-чуть неправильно? Кто-нибудь пробовал? Тоже хорошая вещь. Это тоже было, кстати, в университете у нас эта штука была включена по дефолту. Первые, первые пару раз я вздрагивал и не понимал, что произошло. Кстати, очень, и другая есть очень хорошая вещь. Ну, man, man pages, да? Вот, у этой штуки, значит, есть даже ар аргументы. Там можно, значит, размер указать, можно даже сделать так, чтобы он полетел. Все, полетели, да? Ну, у нас такая джет-тема, джет да? Ну, есть еще куча разных таких других веселых, смешных штук, которых типа каусей и все такое. Я не знаю, у меня он установлен или нет? Нет, не установлен. Ну, это тоже такого, такого же типа там веселости. Ну вот. Так, expansions. Expansions это такая штука, которая которые можно делать очень интересные вещи. Можно, например, это очень часто я использовал, когда мне, например, надо либо создать очень много файлов, либо удалить много файлов, либо переместить. Там, например, вот сидишь с логами, да, и там блоги, э, э, там как обычно бывает год, месяц и дата. Ну и сидишь у тебя за, за месяц логи. Там тебе надо, например, там переместить или удалить или сжать или еще чего-то такое сделать с, э, с логами там за, за первые 15 дней, да. Так вот, например, можно сделать, если мы сейчас создадим… Эм, можно, например, ну, Touch просто делает, создает файлы, да, например, если их не существует. Э, ну, можем написать типа файл Потом можно написать файл 1, потом можно написать файл 2 и все такое, да. Это неинтересно. Э, на самом деле можно сделать намного интереснее. На самом деле можно сделать это эм, Touch файл э, потом вот такие вот скобочки. И, ну, сколько сделаем? 10 сделаем. Вот. И что будет? Вон они все 10 есть. Довольно-таки веселая штука, но не для того, чтобы создавать, конечно, 100 файлов, это неинтересно. А на самом деле, например, если там надо или сжать их, или удалить, или еще чего то сделать, перенести куда-нибудь, например, да? а надо, например, не все, а первые 5, например. Да? Ну и ну, вот, например, да, там файл. Ну они исчезли. Есть еще такая очень удобная, это использовать для, например, переименовывания файлов. То есть, например, вот у меня есть э, файл txt. Он, мне его, я хочу его переименовать, И, например, файл 1 да? или файл 100, например. А, да, rm не будем делать, правильно, спасибо. Э, mv напишем лучше. И мне как-то этот rm меня чего-то совсем пугает уже в последнее время. Я что-то его слишком много пишу. Так вот, а, можно так написать, да? Это так old school, то есть как как обычно нас учат. Но это неинтересно, это совсем неинтересно. А, можно написать, например, вот, ой, китайские иены, э, японские иены. А, а можно, например, написать вот вот так? И что будет? Вот. Этот файл, значит, заменился, то есть ничего заменилось на тысячу, и все, и получился новое название. То же самое можно это сделать, естественно, с, э, с расширениями. да, Например, там 1000 тексты, точка. Ну, в общем, понятно, да? Old. Вот, теперь он уже Old называется. Довольно-таки интересная штука и очень помогает... Э, ускорить разные такие скучные скучные дела. Ладно, еще что вам показать? Э -э, покажу вам еще разные интересные команды. Есть такая очень 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 хорошая команда, которая три я вам показал, э а которую можно искать, например. Э -э, э, сейчас посмотрим. Есть такая штука, называется apropos. А она, значит, ищет, вот ман, страница, я вам показывал, да, там все описания всех команд. Вот есть у тебя какая-то команда, ты вот знаешь, что есть что-то такое существует, но вот я не помню, как эта команда называется, да. Можно просто написать апропо и, ну, вот что, что, что хочет. Ну, например, локомотив. Нету? А что же было написано про SL? А, они не пишут, что это такое. Ну, animations, ладно, давайте напишем animations. Вот. Выходит, значит, ls, esl и все остальные. Очень удобная штука, потому что он, она просто ищет в этих всех страницах и показывает тебе возможные варианты. То есть удобно. Um, find, конечно, ну это все в основном знают, это я не буду показывать, но это find очень хорошая штука, очень сильная, но там миллион параметров. Там можно заблудиться просто-напросто. Uh, особенно в manpages. Она идет, 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 идет. Это долго. Так um, кстати но это, в принципе, не командная строка, это уже Python, но можно вот запустить такой небольшой файл-шеринг сервер. Вот сейчас он запустился. То есть, если вы знаете мой IP, вы можете зайти на порт 8, 8000 и все, все содержимое папки, где я это запустил, там будет это значит, доступно всем. Довольно-таки удобно быстренько поделиться какими-нибудь файлами. Я надеюсь, вы мой IP не знаете, так что... Ну, здесь у меня, в принципе, ничего интересного нет. Еще есть такая штука в Linux, ну, вот в всех этих никсовских системах все файлы. То есть клавиатура файл, там сетевые все дела файл, монитор файл. То есть все, все пишется в файлы и все читается из файлов. Поэтому э, программка есть такая, lsov. Очень хорошая, очень хорошая штука которая list open files, правильно, files. Ну, в принципе, так, ну, файл какой-то не могу удалить, можно посмотреть, какая программа его использует, да, это такой интерес. Но, на самом деле, это LSOF можно также использовать для того, чтобы посмотреть, какие порты открыты, какие чего, где, как в сетевых делах это все смотреть. Это очень довольно-таки сильная штука, так что, если вы про нее не слышали, услышьте. Ну, type и which это тоже очень хорошие вещи. Они очень часто за алиасы на друг друга. То есть он показывает, где. Либо это есть это alias, он будет писать, что это alias и для чего он alias. А либо же он просто показывает, где эта программа установлена. Это тоже программа, которая, ну, команда, которая мне очень помогла. У меня была проблема с Java. Нужна была специфическая, ну, особая версия, то есть какая-то определенная. А, ну, это все не устанавливалось. То есть, вроде все устанавливалось, но на самом деле ничего не устанавливалось. То есть э, все установлено, в все, все прописаны правильно, все такое не запускается. Так вот, э, потом через какое-то время я просто зашел, написал type Java, и он мне показывает совсем другую Java. Дело было на Windows, и когда ты устанавливаешь Java Runtime, он еще записывается там в Windows, в System32 и все такое. И вот это, это, естественно, находится раньше в списке в пятый, и, ну, естественно, эту, эту Java и запускало все. И ничего не работало. После того, как я это все поудалял, это все показало, все, все заработало. Type это очень хорошо, хорошая вещь, поэтому. Есть, значит, э, такого же типа which, но он очень часто бывает за ALSN на type. А, в Windows в командном промте есть такая штука, которая называется where. То же самое. Очень хорошая штука. Еще что показать интересное. Сейчас посмотрим, что у нас по программе. Вопросы какие-нибудь есть пока, комментарии, вопросы. Я хочу тоже сделать так, чтобы это как, как бы пытаюсь сейчас с вами поделиться тем, что я накопал. Если у вас какие-то есть интересные команды, если какие-то есть интересные вещи. Да, вопрос. За симлинком, да? Да. А, а вот если за симлинком симлинк, там какой-нибудь which минус r существует. Я вот... А вот так. это я не знаю, есть рекурсивный which есть или нет. Это можно посмотреть. Ой, так. Очень ну, красивый бэкграунд, да? Тогда еще могу пока добавить, вот, да. если, если кто уже полезности знает, CD минус. А. а это да, <связать> это хорошая вещь. CD минус э, и еще просто CD. Очень хорошая вещь. То есть вот домой с, и CD назад. Да, домой он идет, то есть домой всегда на home, э, несмотря он где был. А CD минус он идет назад. Э, Man-type? Нету. Uh, which? Я не знаю, есть у него рекурсивный вариант или нету. Получается, нету. А, -а, -а ну не видно. А мне видно. Это классическая такая штука. Рекординг сломался. Старт uh, screen recording. Так, сейчас видно. Um, так вот, uh, у, у нету никаких особых uh, параметров, так что я не знаю, как uh, как это будет работать. Но, в принципе, интересный вопрос. Но по-другому можно же, конечно, это, естественно, на Сидеть и копи Да, which, which, which. Это, ну, неинтересно, конечно, я понимаю. А. Э -э но вопрос интересный. Раз вопрос два, интересный. Ладно. Э -э а у меня есть еще такое, как бы, дополнение. Да. Иногда бывают команды, в которые надо прям передавать пароли какие-то, там еще что-то. Можно а. пробел а. перед командой поставить, она там в историю не записывается. Но опять же, это один из H-оптов. Да. Паши на Linux, как минимум, как правило, он здесь есть. То есть. Просто пишем пробел перед командой, и она не попадает в историю. Да, это тоже интересная, хорошая вещь. Действительно, чтобы в историю не попадала. Либо же можно делать это по-другому. Это можно просто взять и написать. Э, э, ну, это потом просто чисто брутально так зайти в... Э, а, я же прямо там, ну и все. Да, надо выйти тогда из Shell. Ну, и, ну, на самом деле можно вот это все изменять просто в файле. Да? Да, это тоже можно сделать. Если Ctrl-C сделать, то он не будет записывать. Тоже есть такая вещь. Но это тоже зависит от имплементации, зависит от Shell, по-моему. Это такая, это немножко опасное дело. Так вот, где мы? Сколько у нас времени? У нас еще есть время, да? А, ну вот, полезные команды. У меня такая пингвинная тема. А, полезные команды я вам, в принципе, довольно-таки много показал. Что еще есть интересное? Есть еще очень много в Shell разных таких комбинаций для клавиш. Там Ctrl-W, который он пойдет удалить последнее слово там. Направо, наплево, туда, в начало строки, конец строки. Я это вам показывать не буду, но это есть. Найдите и, и используйте. Очень хорошая штука. Еще что есть интересное? Еще есть настоящие такие ну, примеры, да, разные. Например, вот... Можно собирать разные команды, это очень часто в баше, по крайней мере, работает очень хорошо. Можно собирать разные параметры вместе в одну такую строку. Получается, в этом случае, например, получаются такие вот нордические боги. Ну, это так, чисто, чисто совпадение. Да? Потом это все можно собирать. То есть вот это вот все эти команды, да, можно, например, э, когда их используешь, да, разные там собираешь, там маленькие все эти командки. Можно их значит, вместе всех собрать, как я это уже вам показывал с, вот, э, с ужасно удобной фичей, которая говорит, что можно покушать. То же самое можно сделать, вот, например, вот с, с этой штукой. То есть можно вот это все собрать в одну э, команду, и он мне напишет 10 самых используемых команд в... В моем шеле это очень 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 интересно что сейчас выйдет а ну ничего не страшно о арм я же говорю много пишу на на вон на на седьмом месте так вот ну тоже такая штука тоже принцип просто показать вам, что это все можно собирать. То есть вот pipe, этот значок такой, вертикальная строчка, такая вертикальная полоска, она значит, будет, позволяет это все output. То есть одной программы запихнуть в другую и в другую, и вот так вот дальше. Mm, еще что есть интересного. А, это тоже, кстати, интересная штука такая. Это, в принципе, уже начинает устаревать, потому что это subversion, но Довольно-таки используемая такая штука. У меня была проблема такая, мы, значит, сидели на проекте и использовали subversion. Но это было несколько лет, ну, довольно-таки уже давно, поэтому subversion был еще такой нормальный. То есть только появлялись там эти всякие гиты, меркуриалы и все такое. А на самом деле люди значит ко мне спрашивали, приходили, типа говорили, что вот... А какие, какие вот баги, какие фичи э, зарелизины между вот этим релизом и вот этим? Вот. И Приходилось, значит, сидеть с ручками все играться. Это было довольно-таки неудобно. А в конце, значит, я э, написал такой небольшой скрипт, который, значит, выписывал лог от до, записывал это все в файл, а потом этот же файл я... Э, Запускал, значит, через командную такую строку, и он мне, значит, выписывал, мало того, что выписывал список этих фич, так он еще и генерил мне линки на есть, которые можно было просто скопировать сразу в email. Вот тебе вот эти файлы, вот эти фичи, значит, мы их зарелизили. Вот. Довольно-таки удобная штука такая. Мне спасла много времени, и здоровья. Как это называется? психологического психического здоровья такого вот а есть еще такая интересная штука а раз у нас такая тема верту, э, самолетная самолет я не нашел но я нашел такую вот маленькую штуку и весь прикол этого дела показать вам что командная строка это довольно-таки веселое занятие Через командную строку можно даже управлять э, дронами. Сейчас посмотрим. Э, ну вот, например, у нас была команда вот это вот это э, вот эта вот, да, которую мы много раз сегодня видели. Up, clockwise, counterclockwise, там flip, LAN, что-то такое. А вот что было бы, если вот это можно было ему послать, и он бы это все исполнял? Ну вот, было бы весело, правильно? Сейчас, она длинная, я ее... А, ну мне сейчас... Вот. Э, ну вот. Сейчас посмотрим. Будет работать или не будет. В принципе, вот должно произойти то, что там написано. Он должен подняться, повернуться по, по часовой, против часовой. Так. А теперь должен прокрутиться. И сесть вот так вот он правда высоко не поднялся сейчас мы его поднимем выше первый раз получилось сейчас посмотрим второй раз как получится я просто тестировал это в в комнате, в отеле высоту пришлось немножко отрегулировать. Вот. Так вот, такие вот дела. С командной строкой, короче, можно делать очень много чего веселого, интересного и которое э, спасает очень много... От таких скучных-скучных э, дел. Как, например, сидеть, кликать в subversionе и э, собирать линки на разные фичи. Так вот, э, что я хочу сегодня, чтобы вы с собой отсюда вынесли, что какой у меня месседж такой, с, э, как это сказать, для вас. Это то, что командная строка, она довольно-таки, то есть для многих она вот это вот как вот это вот, да, unsafe mind, stay out, stay alive. А, а на самом деле она, надеюсь, вот сейчас уже после того, как я вам немножко показал, как это все, и немножко попытался это сделать немного менее опасным, то она уже, наверное, может быть, превратилась вот в такую вот штуку, да, которая уже не, не совсем страшна. Вот, поэтому я хочу, чтобы вы э, просто... Э, попробовали сами, посмотрели, какие для вас, где вам чего, для чего нужно, использовали. Мы, например, использовали, кстати, еще одна такая история. Одна из версий, то есть в Java когда мы делаем эту конференцию, это такая довольно-таки большая конференция, это 3000 человек, восла на, ну, на 3 дня. И э, мы все системы пишем сами. То есть все эти системы, они open source, лежат на GitHub, э, и все они написаны сам, нами, нами самим. Дело в том, что э, бывает такая штука, что. Э, иногда система не работают. То есть мы один год, это было где-то лет, ну много лет назад, было 5-6-7 лет назад, мы, значит, решили сделать такую штуку, ну, фидбэк систему, то есть чтобы люди голосовали, там писали, что им нужно, что такое. Система, значит, не работала, мы решили, значит, у нас был план Б. План Б это был обычный, значит, Apache без, без, без ничего, значит, на, на, на машине, на на сервере, и, значит, люди, значит, и, ну, обычная форма, да, электронная форма, и эта форма, значит, гетила, нет, постила, гетила или постил, гетила, линк, линка этого, то есть системы сзади не было. Там просто было написано feedback, там HTML, там add чего-то такое, rating равняется то-то, это, это, это. Системы сзади, которые это все принимала, не было. Это все оказывалось в логах Apache. Потом мы эти логи парсили. Вот. Это был у нас такой план-бэк. Тоже командная строка, тоже обычный текст, огромное такое количество, значит, этих самых эм, э, данных, которые мы обрабатывали потом. Опять-таки через командную строку. И очень хорошо все сработало, в принципе. Это было уже давно. У нас совсем другая система. И у нас, кстати, еще одна очень система, которая мне очень нравится, кстати, я вам расскажу. Система по фидбэку тоже, новая. Знаете, как она у нас называется? Она называется dev0. Dev0. лл То есть slash dev slash 0 она не идет туда. Мы, мы читаем эти все фидбэки. Я обещаю. Ну вот. Для тех, кто не знает, Dev0 это, это черная дыра Linux. То есть все, что туда уходит, оно никогда не возвращается. И нигде не записывается. Так вот. Еще какие-нибудь есть вопросы, комментарии? Микрофон где? Где микрофон? Микрофон идет. Спасибо за доклад, слышно, да? Спасибо за доклад. Yeah. Я просто тоже много с консоли постоянно работаю. Еще пару таких хентов от меня. Спел check. Yeah. Э, shell check. Shell check это must-have, если вы пишете скрипты. Mm -hmm. Это такая утилита, либо можно на сайт зайти, там просто в окошко вставить текст и посмотреть, какие вы там. Ну это типа чек в Java, скажем так, или Findbugs, только для ваших шелл скриптов О, э красота! Весело ходить по разным open-source-проектам, прогонять там скрипты, и видеть, где что может отвалиться и пойти, ну, и идти делать пул-реквесты. Э -э и загляните в свой bash rc, если у вас bash, там можно много чего откомментить либо закомментить и изменить тем самым очень сильно поведение вашего shell. -а. Да, это очень удобная штука. Как это еще раз называлось? Э э -э shell check. Shell check. Хорошая вещь. Надо будет попробовать. Еще есть какие-нибудь идеи, комментарии, типсы? Вон, рука там, рука там. Слышно? А, окей. а. а ну еще компьютер можно выключить через три часа, например. Ну, удобно. Там громче можно? А я говорю, компьютер можно выключить через три часа, например, через шутдаун. Да, компьютер можно выключить через шатдаун. Еще у меня, кстати, был такой, кстати, о выключении компьютеров и веселых скриптах. У меня еще был такой маленький скрипт, назывался Кукушка. Это не работает сейчас на новых компьютерах, потому что на них уже нету сидеромов. А на самом деле это была очень хорошая штука, потому что к сидером там можно было послать, значит, eject, и eject с каким-то параметром, он это обратно забирал. Так вот, каждый час. Еще со звуком, то есть там проигрывается небольшой такой вам с куку -ку, и, значит, он выплевывает эту полочку. Тоже хорошая вещь, очень полезная. Людей пугает ночью. Еще вот здесь вот вопрос. <нутри> да, не вопрос. Или комментарий? Да, комментарий э, по поводу баша. Э, ну, я, например, часто пользуюсь. Я не помню уже, как именно делается, но можно, например, в любую директорию добавить э, э, в список тех директорий, из которых экспандится автодополнение. Что можно сделать? Э, добавить какую-нибудь директорию, ну, например, где лежат проекты. Да. То есть список того, что экспандится при автодополнении. Да. Таким образом, допустим, используя CD, чтобы быстро на какой-то проект переключиться, чтобы там нити сначала в эту директорию. А, у ну у... это обычный ALS. Можно просто написать CD и там какой-нибудь. Алиас, то есть с ним там приходится или переписывать ну, или да, что-то да, да. переделывать, а там, там получается в директории каждый раз что-то новое появляется О. и просто при автоэкспанде оно автоматом забирает оттуда. А покупку. это интересная такая фича, я да. такой не слышал. Если кто знает, скаж, говорите, как это называется. И, это и такой? второй нюанс это скорее по экспандам, то есть насколько я понимаю всю механику, то есть экспандится сама строка, выпускается, запускается команда. В случае тача э, хорошо, что тач может несколько параметров принимать. Если бы Touch принимал только один файл, естественно, оно бы не запустилось. И, например, ну, ну, да. такая типовая штука. Допустим, надо мув сделать для там, 10 файлов. То есть мув, по сути, принимает, насколько помню, только два параметра, да. и, то есть с экспандами там мне в голову так ничего не пришло, кроме как в форе его запустить. Вот, поэтому такое ну, по-моему, экспанд насколько я, я, не, я не проверял, если честно, только толком, но насколько я подозреваю, экспант больше использует это как фор, как, как то есть как, 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 как цикл. А а нет, экспант он... Он просто, просто увеличивает. Строку, да, а, окей, значит, ну ясно. <coughs> uh, мне тоже еще комментарий, мне очень да. нравится фича программа completion. Знаете? Табом, можно... который или? Да. А, не ну только, да. Не только на файлов, а на любые программы. Там Make Tab покажет все таргеты или? Ну да, это да, это такая, это хорошая, это просто сейчас. То есть вот, например, да, что-то на, написать такое, ну на Den. -оп. Ну, например, можно AppGet, да. А это, ну, это, 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 кстати, не все программы поддерживают. Ну да, есть такая что. Да, можно тоже, кстати. А, а как писать свои? Ну да, понятно. То есть можно даже свои написать. То есть я вот сейчас просто нажимаю на таб, и он значит, показывает мне возможные варианты, чего apt-get может принять. Это очень интересная вещь, но это очень тоже полезно использовать для. Аутокомплита программ файлов директорий и всего того подобного очень много людей я я замечаю очень я, я думал это такая обычная стандартная штука что все знают а на самом деле очень много кто кто это это не не использует но это очень очень хорошая вещь. history что можно сказать что да. можно history сохранять разные файлы или не сохранять разные файлы Сколько истории сохраняется? Да. Эти, да, все правильно. Эти все файлы, то, что вот в истории я показывал вам, они будут немножко различные, различаться от, от shell к shell, и они будут еще там, можно их конфигурировать. То есть можно добавлять там, с какой, как, когда он начнет перезаписывать старые команды, когда он начнет удалять их, там все такое. Это да, это тоже такая штука есть. Ну вот. А, а так, если что, пишите, радуйте. Будем, будем рады. Спасибо.